Фриденсфельд ничего не говорит мне. Фриденсфельд. Что вам еще показать? Привет. Ну, блин, смотря для чего знакомиться, вот если честно, я вообще не могу. Солнце, флобешник светит. Закрыть. А, не знаю. Я знаю, что, да, здесь раньше немцы держали, типа, как и родину. Но потом они отсюда уехали. И все, и родина наша встала. Да мы здесь 3 года только живем. Фу, вон голова опять стоит у меня от печки. Аж вон. В носу, наверное, там такая же беда. Состаны. Ребята, давайте в знак внимания подарок мне дадите. Ой, устала уже. Показать характер настоящий. Кому? Я разговариваю так, как я разговариваю всегда. Причем тут характер? Привет. Так, что мне надо? Вынести мусор? Я нежная. До поры до времени, как и все. Ну, я добрая, не конфликтная, но и не лох. Если что-то мне не нравится, я скажу. Терпеть не буду. Прогибаться не буду. Может, буду, ну, редко, и то, если я прям сильно-сильно полюблю пацана. Мужка, кто там будет, не знаю. Может, он еще не родился. Чупан, ой, бля, дети зашли к нам. И врезать, да, тоже. Но до белой горячки лучше не доводить, потому что я за себя не отвечать. Это прыщ какой-то. Так ты ж сказал! Я сейчас, сука, найду. Давай поженимся, я буду жить в кочегарке. Over, buffer, hello. Ничего я не хочу. О, еще один. Привет. Вы что? Совсем уже, что ли? Нюх потеряли. Алло, ребят, вы что делаете? Из своей свободы дорожу. Алло, алло, пронто. Что ты сделаешь? Ты дохлая. Дохлая, но сильная. Ты дохлая. Дохлая, но сильная. А знаете, что у меня... Его не видно.
ну, на камере, да, вот чуть-чуть видно промежуток, пресс есть. И этот пресс вернулся даже после родов ко мне. Нет, небольшой, это не футболка, это топик. Привет, со стороны. С кем? Привет, Николай Чернов. Чернов. Не знаю такого. Как я могу тебя узнать, если у тебя на аватарке стоит какой-то лев? После родов, да? Тебя вы что, не знали, что ли? Я вам только что ребенка вон там показывала. Чего? Для чего? Ну скажи. Нет, не надо слов, не надо паники. Ой, блядь, чуть спину не сломала. Конечно, давай. Ой, кормить тоже надо. Я вешу, знаете, сколько я вешу? Вот давайте вместе пойдем проверим, потому что я не взвешивалась давно. И с учетом того, что я уже много выпила чая и перекусила. Ну и одежда. Хуй его знает, сколько там килограмм. Сейчас проверим, короче. Нет, не надо слов. При том, при всем, что рост у меня 1.70 м. Сейчас я специально даже переключу. Не 48. Сплюнь! Просто сплюнь! У меня рост 1.70 м. Какие 48? У меня и так недостаточность веса идет уже. Ничего не вижу. Сейчас она тут чуть-чуть криво стоит. Вон она, стрелка ушла куда-то. Сейчас. Вот так вот. Ху, ебать. О, килограмм. Либо я килограмм нажрала, либо на килограмм поправилась.